Значит, я вот, ну, уже говорил, тема войны, она очень для меня дорога. У меня есть эта картина, был месяц мая, она после войны, вот только что кончилась война. Но пролог документальный, он, то есть война в прологе, из хроники, я ее смонтировал, у меня было 9 коробок материала документального. Значит, 9 коробок это на 1,5 часа. Снять я смонтировал пролог. Вот война осталась у меня в документальном материале. Что удивительные русские военные марши, с которыми ничего не сравнится. Хотя, правда, у французов есть самая великая мелодия, это Марсельеза. У меня, заинтересовались Марсельезой, если вы будете настаивать, я готов ее спеть. Только мелодия. Oh, I see that you are interested in Marsellesa, because if you will insist, I could sing it myself here. Ну, это я не могу об этой картине говорить. Я думаю, что если вам интересно, она, по-моему, тут есть в ретроспективе, то можно ее. Ну вот так в какой-то момент я почувствовал, что еще немного, и мы приблизимся к этому рубежу. Я хотел напомнить, чтобы люди как бы... Okay, so let's watch it. Okay.